25 ноября в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» прошел финал конкурса таланта, грации и артистического мастерства «Краса студенчества Татарстана». Более 100 участниц со всей республики подали заявку для участия в очном этапе конкурса. Но в итоге в финал прошли 18 девушек в возрасте от 18 до 25 лет. Подготовка к нашему финалу, который сегодня состоится в «Пирамиде», она шла очень долгая, очень тщательная. Мы действительно начали нашу заявочную кампанию еще за месяц до нашего финала и провели два отборочных тура. Первый заключался в том, что мы знакомились с девушками, смотрели, как они ходят, то есть был конкурс дефиле. Затем мы пригласили их во второй тур. На втором туре мы уже смотрели на их таланты, на их способности, как они себя умеют подавать на сцене, держаться. И, соответственно, затем у нас шла подготовка выездная. За 4 дня интенсивной подготовки девушки развили и раскрыли себя, чтобы показать всю себя в финале, прошедшем в пятницу 25 ноября. Было очень сложно на самом деле, была серьезная неделя подготовки, но было очень интересно, научилась многому, потому что проходила очень много мастер-классов, поэтому я всему довольна и мне было очень интересно. Конечно же, как и все девочки, как и все конкурсантки, победы, но... Каждая девушка достойна победы, потому что мы, во-первых, потратили очень много сил и времени на это. Поэтому я считаю, то, что какая бы девушка ни победила, она достойна этого. Финал конкурса состоял из трех частей – дефиле, интеллектуальный и творческий конкурс, где участницы смогли проявить себя в полной мере и показать то, на что они способны и к чему так долго шли. Хедлайнером вечера стало появление на сцене российской певицы Максим. Мелодичные песни артистки вызвали бурю эмоций у зрителей. Финальным туром конкурса стал выход участниц не в элегантных вечерних нарядах, а в футбольной форме. Данный номер приурочен к плеяде масштабных футбольных событий в Казани. По итогам трех конкурсов «Красой студенчества Республики Татарстан-2016» стала 20-летняя студентка Казанской академии ветеринарной медицины Виктория Романова. Помимо титула, короны и ценных подарков девушка представит Татарстан на российском этапе конкурса «Краса студенчества». Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.